Новый барьер для нарушителей. Дорожные знаки поставили, но никто их не замечает. В связи с тем, что Ивановский мост признан аварийным и нуждается в реконструкции, город был вынужден перекрыть движение по двум крайним полосам. Ограничения введены уже, но автомобилисты не спешат их придерживаться. Только за последнюю неделю февраля правоохранители составили более 150 админпротоколов. При этом по мосту проехали 1500 грузовиков. В департаменте транспорта планируют установить габаритные ворота, которые запретят въезд 5-тонному транспорту. Найближчим часом ми плануємо застосувати додаткові технічні засоби, щоб обмежити рух. Це буде в першу чергу габаритні спеціальні ворота, які не дозволять автомобілям вище определеної висоти проїхати через Івановський міст. І крім того, ми закриваємо рух по двом крайнім полосам мосту. По словам чиновников, уже разработана и согласована схема организации движений, временные маршруты общественного транспорта. Для электротранспорта разработали новый маршрут, а также оборудуют разворотное кольцо на Рихтера в сторону супермаркета.